Жительница Караганды Токжанна Бегапарова – мать пятерых детей. Сегодня она привела одного из сыновей на бесплатную процедуру обрезания. Токжан отмечает, что в центре Шанырак она получает большую помощь. В первую очередь в качестве консультаций. Да, мне кажется, нужны, потому что, во-первых, мы молодые мамы. Мы когда идем в какой-нибудь сон или какое-нибудь утверждение, нам нормально никто не отвечает, потому что говорят, что мы молодые, никто особо такие молодые, все эти. А вот когда мы приходим в такие организации, нам то, что надо, все конкретно, все на все вопросы наши отвечают. И помогают даже, например, в садик в очередь помогают сходить, например, на СП сдавать, на любые какие-то вопросы мы можем ответ получить. Процедура обрезания выполняется бесплатно, только при наличии медицинских показаний. Тем, кто хочет провести обрезание по другим причинам, приходится обращаться к частным врачам и отдавать до 30 тысяч тенге. В центре Шанырак составили список многодетных семей, которые не имеют возможности оплатить эту процедуру самостоятельно. Списки предоставляем Центр поддержки многодетных семей Шанырак. Так как к нам многодетные обращаются за консультацией, мы постоянно проводим с ними консультации, семинары, благотворительностью занимаемся. Вот сегодня пришли, привели с собой троих детей. С одной семьи двоих детей собираться сделать обрезание. А вы знаете, сейчас обрезание стоит от 15 до 25 тысяч. Значит, это хорошая поддержка для многодетных семей. Оперируют мальчиков лучшие хирурги-урологи областной детской клинической больницы. Операция длится не больше получаса и проводится под местным обезболиванием. Четверо были прооперированы сегодня. Родители все довольны. Я думаю, что такая акция нужна, и мы в дальнейшем думаем, что будем проводить такие акции ежегодно. Подобную благотворительную акцию в больнице проводят уже третий год. И с каждым годом количество желающих растет. Если в 2019 году прооперировали 20 мальчиков, то нынешним летом планируют сделать обрезание 75 юным карагандинцам. Александр Цирикидзе, Даниил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.